десятиэтажки, не одна за одной. Десятиэтажки. Сразу, первое, когда началось, у нас поднялось, вот когда на Мира начали. Потом здесь вот сделали. Вот за 15 лет, где-то на 1,30 м, полтора метра вода поднялась. Вот за 15 лет. Как мы переехали, у нас погреб был 3,70, сухой был. А у меня вообще 4 метра погреб был. И воды не было, ничего не было. Все погреба до фундамента затоплены, подвал. Мы засыпали, мы сейчас дубовые утруги там остались, засыпали. Вот Андрей остался, ну то есть не все, так на еще есть колодцы засыпали. Я качал, но я весной опять вот и качал. Ну я знаю, что качали. Виктор вот позавчера откачивал опять, ну у него погреб нет, а у него там бетонно сделано, наверное, через край проходит, и вот он периодически откачивает. Ну, скажите, а можно что-то сделать сейчас? Или уже вот только засыпать погреба или откачивать? Нет, погреба засыпать — это одна проблема. Но мы же как на пороховой бочке, потому что завтра не знаем, что пойдет. Вот у нас сосед, 24-й дом, да? Да, 24-й. Он в этом году всю отмостку все отдирал, у него вода пошла в подвал, то есть там через верх, через грунты какие-то. Он столько денег, то есть все убрать, все затрамбовать, все это сделать. И поэтому получается, что мы тут чинимся и ремонтируем, и завтра мы не знаем, это что пойдет. А канализация начали. Тоже. В этом году нет дождей, она у нас в это. А два года мы здесь, мы от КБУ у них уже, по-моему, нет, трясло, да, когда звонили туда. Нет, сейчас это покажем, что она тут туда. И только вот сейчас пойдут, если ливни и дожди, то она будет это дальше проваливаться. Колодцы проваливаются, они пускаются. Колодцы начали проваливаться. Вот. Нет, колодец за прошлый год на полметра провалился, у нас там труба сломалась, и вот проблема была, качали все туда, вот на Рогачева все текло, наверное, сколько, месяц или сколько там? Больше, Сережа. Два. Когда это делали, началось в ноябре, нас собрались вот признать, они что они один колодец сейчас сделали, восстановили год назад, и после рядом года второй сделать. Провалился. И потом Захаров это дело прекратил. Нас через не стали признавать и сказали в общем порядке. И качалось это декабрь, январь, февраль, до марта. А в марте месяце они пришли и подчинили. Нет, мы делали обводную. Обводную делали. Сами уже попросили, что там это. Мы сделали обводку в тот колодец рабочий и всю зиму качали. А мы вообще качали с нашего колодца. И обогревали, чтобы она не замерзла.